Друзья, всем привет. Всем приветище. Никак каприфолька не расцветет моя. О, и Соня. Привет, вот. Так тихо ты. Собакин кота хвостом запихал. Прохладненько сегодня. С утра. Ну как, сейчас около 10 градусов тепла. Ну, из-за ветра ощущается как немного меньше. Идем, идем. Открываем ворота. Будьте любезны. Спасибо. Сэмик сидит, облизывается. Опять толстый пришел. Сейчас посмотрим на него. Кисюня, привет. Привет, кот. Ты кого опять съел? А? Кисюня, тоже глаза. Но он умывается хоть сам. Сядет и начнет вылизываться. Закися. Кого-то из котов увидел, наблюдает. Пойдешь с нами? Или ладно, не отвлекайся. Закрыли на ночь огурчики наши, потому как погода неустойчивая. Да, Маня? Тоже где-то всю ночь была. На утро нарисовалась домой, поела и опять гулять с маманькой вдвоем. Ух, да, такой освежающий ветерок. Фу. Собака абрикосы ест. Видите, падают абрикосы все равно. Ну, какая-то часть осталась. И такая довольно-таки немаленькая. Вот они висят. Значит, покушаем. Рудик поделал свои дела, так сказать. И теперь начал охотиться на своих собратьев. Охотник. А хвост живет своей жизнью. Вот так, о. Забываю за лазер. У них лазер есть. И вот они этим лазером, особенно Сэм, любят играться. Он как-то не потерялся из виду. Ну-ка. Маша. Какую-то невидимую мышу придумала. Эх, Рудик-то хотел прыгнуть. А Люся не среагировала. Ладно, коты, пойдемте. Пойдем. Тут за ними можно вечно наблюдать. А здесь намного теплее. Теплица. О, какие уже кущики. Лягушек аж сюда слышно. Так, здесь где-то метров 70 до воды. Я еще и пленкой закрыт. Так, 10. Ну, в принципе, то же самое, что снаружи. Только здесь нет ветра. Тьфу, смотрите, какая закопченная теплица от этих свечей, которые мы полили. Ну, то такое. Главное, что здесь все осталось в целости и сохранности. Ох, и акация пахнет обалденно. Какая-то птичка поет. Да, это не семейство Лиановых, мне уже написали. Это совсем другое семейство. И бузина аж сюда пахнет. Так, мы периодически будем проверять, мало ли. Потому как среда обитания сморчков — это как раз побережье водоемов. А так как у нас водоем и побережье, значит, они тут, по идее, должны быть. Ну, на данный момент я их не вижу. Ладненько, подождем.
Манюня догнала. Привет. Озорная кошка наша. Где остальные? Сзади поостали. Вот у нас красавец. Звук обалденный. Это то, что я, то, о чем я говорил. Его ни с чем не спутаешь. Ух, и грациозная большая птица. Ух, и ветер свежий. Видите, какие облака. Так что не исключено, что может еще и с дождем нам повезет. Утки, утки, дерутся утки. Ну надо же. А может женится, не знаю. Вот смотрите, как ворона зависла. Кошмар, ворона, я хочу говорить, что-то такое. Зависла над самой водой, что хотела что-то схватить. У него ж лапы воды касались. Скворцы, кого тут только нет. А лебедь, он приземлился на ту, вернее, приводнился и сразу кушает. Видите, у них тоже тут, наверное, разделено озеро по всяким зонам. Там одна вкусняшка растет, там другая вкусняшка растет. Ему там далеко плыть, а взлететь 30 секунд делу и на другой стороне озера. Ваня тоже пришла водичку попить. Видите, ни коты, ни собаки никогда не будут пить ту воду, которая им не нравится. Их не заставишь. Хорошо здесь тоже. Свежо, скажем так. Ух. Сейчас пробежусь. Бегу. Я хочу показать, как работает стабилизация на этой камере. Ух, камера трусится в руке. Рыжего заметил я. Ух, рыжий, думаю, что такое? Что за беготня? Эй, ты моя кисюня. Не переживай, все нормально. Давай почухаю. Ух, как хорошо. Пошли в дом. Пойдем, чай с ромашкой попьем зеленый и с медом. Только мед я добавляю не сразу, а чай немножко подостынет, чтобы не вскипяток его. И тогда намного больше полезных свойств остается в чае. Все, друзья, всем хорошего дня, всем мира, добра, всем здоровья, благополучия. Остаемся на связи, всем пока.